Здравствуйте. Ну, начинаем. Всегда перед работой сначала я чуть-чуть промазываю холст тонким-тонким слоем льняного масла. Вот я капнула капельки. И также сразу добавляю капельку масла в масленку. На глаз. Ну, примерно вот так. Тут у меня растворитель масленки был. Немного добавила масла. Масло позволяет краскам оставаться насыщенными, не жухнуть. Для этого добавляю масленку, а на холст наношу, чтобы краска меньше впитывалась в холст. И потом вот так большой кистью, тонким-тонким слоем, распределяю масло по всему холсту. Как такая разминочка, зарядочка перед основной работой. Руки начинают работать, включаешься в работу. В общем, полезное во всех смыслах действие. Теперь беру кисть небольшую, и сейчас я буду намечать, где у меня будут расположены цветы. Беру, макаю кисть в растворитель и чуть-чуть охры. Охра такая нейтральная краска, поэтому я ей делаю рисунок. Сначала намечаю такое общее поле, где будет основная масса цветов. Ну, примерно это будет так. Здесь будет ветка. Тут будут еще какие-то цветы. Но они так, на заднем плане уже менее четко видны. То есть примерно вот так у нас будет располагаться все цветы. Теперь в этой массе переходим от общего к частному, уточняем отдельные цветки, чуть прорисовываем. Ну вот этот, тут у него будет серединка, и он как бы отрезан, уходит в край холста. Краску беру не ярко. Так, прозрачно очень. Так. Тут еще будет зелень небольшая, какие-то листочки. Первые нежные зелененькие. Так. Здесь будет яркая серединка, лепестки. Тут будет очень такой красивый цветок. Видите, любой цветок я делаю таким образом. Намечаю общий край, потом серединку. И потом уже от серединки рисую лепестки. Как они будут из нее выходить. Ой, как я люблю весну. Так, здесь будет основной, самый главный, самый большой цветок. Где-то он будет вот так занимать место. И
на фото не особо понятно, как там идут лепестки, то есть каждый лепесток прямо как на фотографии. Я не стремлюсь перерисовать. Главное передать общее впечатление, что тут масса лепестков. Один из них закрывает цветок, который за ним. И тут, видите, здесь лепестки идут плотно-плотно друг к другу, а здесь раз и расстояние между ними. То есть они не везде одинаково, как у ромашки, на одинаковом расстоянии. Где-то плотно друг к другу, где-то промежуток. Третий цветок будет здесь. Несмотря на то, что у нас погода такая, что совсем на весну не похожа, но я сейчас чувствую весну, мне кажется, за окном как раз вот это весеннее солнышко первое. Так удивительно. Когда рисуешь, создаешь свой мир. Так, и тут небольшой цветочек, который больше вниз смотрит. То есть серединку у него, видите, не по центру круга, вот, круг, серединка здесь. То есть он как бы голову смотрит на нас не вот так, а вот так немножко вниз голову опустил. И тут лепестки будут подлиннее. А сверху такие как бы загнутые чуть на нас. Темная-темная веточка. Здесь еще будет такая ветки с листочками. И тут тоже цветок с темной серединкой, но лепестки у него не четко видно. Такие они более уже расплывчатые, потому что он дальше от нас, и там воздух. Воздух имеет свою плотность. Цветок уже менее четко различим. А тут вообще какие-то совсем пятна. И здесь. Извиняюсь. Точно весна. Полное погружение. Так, ну все, цветы наметили. Пока что такое непонятный какой-то хаотичный рисунок. Так, кисточки я буду класть вот так на бумажку, чтобы не пачкали стол и не катились. И теперь делаем фон. Берем среднюю кисть, чуть растворитель, чуть ультрамарин. Так, очень красивый цвет ультрамарин с белилами, наверное, один из моих любимых. Такой получается красивый, красивый голубой. И начинаем делать фон. В этот голубой кое-где можно добавлять лимонный желтый, чтобы цвет неба получался такой более солнечный, теплый.
постарайтесь сделать его не сильно синим, таким очень светлым, нежным. Голубым. Где-то, мне даже кажется, там чуть-чуть розового присутствует. Я не люблю, когда все одним цветом, одной краской закрашено, как стена. Я люблю немного менять оттенки, добавлять других цветов. Видите, я добавила оттенок и сейчас так как бы растушевываю, чтобы получалась такая дымка другого оттенка. Так. Чуть-чуть желтенького хочется. Тут даже на фотографии видно, что где-то он более голубой цвет, а где-то вот прям с желтым, с лимонным оттенком. Такое ощущение солнечного дня сразу. Но еще к краю, то есть вот к самому краю, вот здесь я чуть-чуть делаю темнее, чуть-чуть более синим. Желтила. По-моему, уже создается такое впечатление солнечной работы, солнечного дня. Сейчас я этой же кистью чуть-чуть ее вот вытру салфетку. Я буду делать вот эти цветы, которые как бы вдалеке расплывчатые. Беру облак. Даже в этом же цвете замешаю. Чуть желтого. Белила. Слишком светлый, чуть понасыщеннее. Тут вот у серединки он прям еще желтее, прям желтый. Ну, серединку сразу сделаю темным. Беру краплак, ультрамарин и охру. Так, ну,
примерно такой цвет. И делаю эту темную серединку. Ну как темную? Насколько это возможно? Так, тут светлый цветок, за ним тоже небольшая какая-то типа тень, какая-то темность. Так, и весь этот цвет продолжаю вплоть до большого цветка. Я, наверное, сейчас даже вот этой кистью возьму, вот так вот сделаю чуть-чуть, как бы их растушую, вот эти темные акценты, которые мы поставили. Они плавно уходили в фон. Вот так. Там даже как будто голубые оттенки. Ну, это я, глядя на фото, там увидела. Чуть голубой. Так. Сразу сделаю вот эту вот ножку, как это, веточку. Так, она будет вот отсюда. Так, кисть надо чистить. И ультрамарин, краплак. Получается такой зеленоватый оттенок. И в него добавляем... Ой, ультрамарин и охра, зеленоватый оттенок. В него добавляем краплака. Получается с таким красноватым оттенком. Как раз цвет вишни красноватый. Так, покраснее. И потом он переходит в более такой красно-желтый, красно-оранжевый. То есть берем краплак и охра. И чуть-чуть ультрамарина. Так, хочется покраснее прям. Цвет молодой вишни. Вот так. И здесь также серединка там листочков красноватая. Потом мы вот эту красноватую серединку прикроем сверху молодыми зелеными листочками. Как можно так сделать? Так, опять моем кисть. И сейчас уже в ультрамарин с охрой добавляем чуть лимонного. Цвет будет еще более такой зеленый. Я сейчас иду от темного к светлому, то есть от самых темных оттенков, потом дальше добавляю светлые. Здесь будет один лепесток подчеркнут этим темно-зеленым цветом. И второй лепесток между этими темная точечка. И тут идет веточка. Она тоже. У основания более темное. И даже в серединке чуть зеленоватый оттенок заметен. Так. И теперь берем ультрамарин и лимонный желтый. Получается у нас такой веселенький, весенний, светло-зеленый цвет. Я бы еще пожелтее даже сделала. Вот. И здесь делаем с
слишком много растворителя. Погуще. Так. Теперь вот эти листочки. Рисую сначала форму листа, потом заполняю ее цветом. Хочется пожелтее. Такой совсем цвет майской зелени. И здесь. Хочется, знаете, вот набрать кисть вот этого светлого салатового цвета и кончик окунуть в краплак. Ага. Вот. Оп. Чтобы красноватый оттенок присутствовал в листве. Видите, получился кончик такой красненький. Теперь мою кисть, потому что там цвет уже будет грязный, с красным, не такой красивый салатовый, светленький. Так. И делаю еще один листочек. Который к низу, кстати, довольно-таки темноватый. От цвета веточки. Цвет ветки как бы продолжается в листике. И тут я вижу, сильно пересинила. Хочется потеплее, такой более красно-коричневый. Хочется прямо вот желтого, еще желтее. То есть у меня тут салатовая листва, хочется ее еще сделать более светлой, желтенькой. Можно сразу пока на кисти салатовый цвет добавить его здесь. Кое-где в серединках он будет мелькать. Так, этот цветок я не делала. Ну, пусть тогда здесь будет. Это потом все размажется. Можете пока не сильно там не стараться это делать. Все это потом уйдет в цвет цветка. Так, ну и приступаем. Сейчас тут серединку потемнее хочется сделать. Ага. С этой стороны еще цветы, которые вдалеке, которые такие, как пятна больше смотрятся. Опять берем охру, краплак. Они довольно насыщенные. Краски берите немного, совсем чуть-чуть. Так, и вот прям вот этот вот цветок, он прям вот с этой стороны весь подчеркнут. Темными этими цветами сзади, которые потом просто растворяются в фоне. Можно как-то намек сделать, типа там какие-то лепестки, но они очень... Уже, наверное, пора брать эту кисть, которой мы все будем вот так заглаживать.
где-то побольше окна. Так. Ну и можно вот здесь сделать какой-то намек, что там тоже цветы идут. Сейчас это не производит такой эффект, какой будет в конце. Когда мы сделаем эти цветы, они за счет вот этих расплывчатых форм будут казаться еще более реалистичнее и объемнее из-за контраста, потому что эти совсем расплывчатые, а эти наш глаз будет воспринимать еще более реалистичнее и четче. Так. Здесь какие-то небольшие, но они более уже розовые. Очищаю кисть, макаю в растворитель и вот так вытираю. Это уже грязное, беру следующую чистую бумажку. Так, краплак. Они такие даже более холодные, розовые. То есть краплак и чуть-чуть ультрамарина. Здесь такие небольшие, какие-то тоже намеки на цветочки. Здесь кисть была в краплак с охрой, то есть в теплом розовом. И сейчас ее надо хорошо-хорошо очистить, чтобы у нас получался холодный розовый. Так как цветы, ну, более-менее белые, ну, на самом деле, но они же не одинаковые белые, а белый обычно в солнечный день в тенях приобретает сиреневатый оттенок. Поэтому я сейчас и стараюсь сделать сиреневатый краплак плюс ультрамарин. Ай, много взяла. Вытру лишнее. Слишком синий. Больше краплака. Ну, опять много. Еще порозовее. Где-то вот так. Здесь даже немножко хочется этих оттенков дать. Так. Ну, теперь можно приступать уже к цветам. Опять-таки, я начинаю не с главного цветка, который мне тоже очень хочется поскорее сделать, в первую очередь его, но надо сделать то, что дальше, то, что за ним. И это будет вот этот цветок. Там тоже не совсем понятно с лепестками, как-то они перемешаны. Но это нам и надо будет повторить. Один из его лепестков четко-четко отрезает вот эти вот веточки, как бы ограничивает их. И тут уже белого можно брать, белый. Как бы получился краешек лепестка темнее, а к центру он высветляется. Но не делайте очень белым, потому что цветы в целом, они хоть и белые, но посмотрите на фото, они в целом темнее фона. Они все отделяются от фона тем, что у них темные краешки. Такие. Но это я пока не надо делать, это я показывала вам. Так. Можно сразу взять эту кисть и сделать серединку темную. Она довольно красная. Такая красная с охрой.
еще краснее. Как сделать так, чтобы вот из этой массы непонятной было понятно, что там происходит? На самом деле можно сделать много мазков и потом из них уточнить пару лепестков. То есть будет такой хаос, но среди него пару четких лепестков, и этого будет достаточно для восприятия того, что там происходит. Сейчас я хочу сделать плавный переход, и вот буквально одним мазком этого достаточно. Так, хочется чуть потеплее. Желтоватый такой оттенок. Так, тут светлый цветок, за ним темное. Ну, темное я делаю по традиции другой кисточкой, чтобы эту не очищать. У меня для темных элементов отдельная кисть. Я смотрю на фото и вижу, что вот этот цветок в целом светлее, чем то, что вот за ним. И он отделяется тем, благодаря тому, что за ним темнее вот эта часть. Я тут добавляю чуть-чуть темного. Темного, который переходит фиолетовый, сиреневый. Можно сказать, вот это зеленоватый цвет вот здесь, а он потом переходит в сиреневый. И один из этого сиреневого как раз таки является частью лепестка. Хочется сделать более сиреневым. И кончик у него светлый. Ну ладно, это я сделаю другой кистью, вот этой. Да, буду делать лепестки. Пока оставлю так. И тут еще тоже будет кончик светленький. То есть, в общем-то, получился такой темный кусок. И на фоне один из лепестков будет светлый. Пока сделаю вот так. Этого будет достаточно. Чуть-чуть можно побелее в серединке. Вот так. И потом еще краешек ему сделаю светлый. Как будто вот один лепесточек вот так вот загнулся к нам. Вот этот. Так, но тут так резко этот фиолетовый не обрывается. За ним дальше идет такой же фиолетовый сиреневый, но уже посветлее. Такой более уже светлый. Даже где-то более розоватый. Тут вот в целом темно, и один лепесток будет светлее. Можно этой кистью его сейчас сразу сделать. Очень светлый, старайтесь не пересветлить. Я чуть гашу. Здесь у них крайне четкие, потому что сверху они будут прикрыты вот этим лепестком от этого цветка. Так, ну еще кое-где хочется темных. Не пренебрегайте темными акцентами. Если будет все слишком светлое, это тоже будет не очень хорошо. Будет такое ощущение пресности. Захочется
остротку и где добавить. И вот сейчас я делаю эти самые остроты. То есть, как я уже говорила, иду от темного к светлому. Сначала темные, осветлить всегда успеем. Не переживайте там сделать слишком темно, переживайте сделать пресно. Ну, пресно тоже можно исправить, потом просто будет кое-где добавить. Хочется на листочке сделать акцент. Я беру желтую краску, лимонную, густо-густо прям. И хочется такой пастозный мазок сделать, краешек подчеркнуть. Можно еще один, как будто там какой-то маленький листочек или почечка. Что-то такое. Переходим к этому цветку. Берем нашу кисть основную, чуть ее в растворитель макаем и делаем сначала опять-таки те лепестки, которые дальше. Они чуть сиреневатые, и я просто пока особо не вырисовываю форму. Делаю лепестки. Так, этот будет светлый, значит, тут нужно будет потемнее. Сначала, как видите, рисую край, потом заполняю в центре. Здесь будет светлый лепесток. Пока ничего не надо делать. Хочется такой более синий. Но не делайте очень ярко. Ультрамарин с краплаком дает очень такой насыщенный оттенок. Я вот чуть гашу его белилами. И хочу краешек сделать более четким. Так, здесь будет лепесток, который прикрывает вот эти. И он уже не такой сиреневый, а уже с теплым оттенком. Ну, то есть сиреневый на кисти остается, но вы добавляете туда немножко больше желтого и краплака. Такого более тепленького уже цвета. Вот так. Тут весь смысл, вся красота цветов будет строиться на сочетании холодных оттенков в белых цветах. То есть белый цветок, он же не весь белый, там есть разные оттенки. Есть холодные, сиреневатые, и есть теплые, желтоватые, розоватые. Вот, вот это теплые. И в одном цветке сочетаются и теплые, и холодные. И вот это вот создает такую игру, что очень приятно для нашего глаза, и такая, что называется, вкусная гамма получается. Ну и тут немножко холодного. Так.
серединка у него потемнее как-то. Я делала, хочется еще, но не совсем желто-зеленый, но тоже капельку красного беру, чтобы он был такой не яркий зеленый. Теперь беру, вытру тут палитру, мне нужно чисто. Желтый, белый. И делаю такой раз. И здесь плавно это все растушевываю. Чтобы как бы вот этот желтый, который на кисти, он плавно перешел в чуть сиреневатый. Мы когда делали тут край перед этим. Вот так. И здесь он плавно зеленый уходит. Немного потемнее серединку еще добавить. Потому что там будут тычинки, а тычинки светлые на фоне темной серединки. Так, нужна еще одна кисть с сиреневым. Тут получилась такая масса, хочется чуть-чуть ее разделить, там дать намек, что там два разных лепестка. Вот так. Все, этого достаточно. Маленький такой мазочек, яркий. Так, ну и вот эти лепестки. Берем довольно густо краску. На кончик кисти, как бы видите, я кисть вот так загладила таким движением, чтобы она была тоненькая, острый кончик. И потом, как на лопату, вот так поднимаю краску. Она не белая, она бело-желтая. И делаю краешки цветка. Лепестка. Таким вот образом получается светлый цветок, а за ним темный фон. И чуть-чуть пожелтее хочется. И вот здесь. Так, так будет видно. Краешек светлый уходит в... Ну, тут сиреневые. Все сиреневое. Вот так. Между ними тоже два таких светлых. Чуть-чуть. Даже такой более сиреневый, но теплый. Больше розовый, чем синий. Между ними тоже небольшое такое. Как будто вот продолжение от фона идет вот так. Сейчас. Ну, мне еще хочется поярче немножко. Вот так. Вот уже один цветочек вырисовывается. Так. То есть принцип такой, что мы сделали сначала темные, максимально без белил, сиреневые там какие-то цвета, а потом вот этой кистью и светлыми мазками уточняем, и благодаря этому с их появлением вырисовывается цветок, как бы он проявляется, оживает, появляется на свет. Чуть-чуть пожелтее. Так, здесь светлый лепесток среди темных. Как темных? Темных белых. Вот такой формы. Ходит туда, в серединку. Освещенный. И здесь немного край, кончик освещен. Так. Вот эти хочется.
Он тут есть. Вот так. И чтобы тут сильно темного не было. Тут такое все не светлое. И еще я увидела, но это, знаете, уже так перфекционизм какой-то. Здесь краешек лепесточка чуть освещен. Можно поярче еще. Вот такие маленькие детали. Где-то я беру, наоборот, немного краски, а совсем чуть-чуть, чтобы кисть такой оставляла не жирный след, а такой полупрозрачный. Чуть-чуть. Как бы кончик лепестка там, где он к серединке прирастает, чуть осветлить. И сделать плавный переход. Так. Ну, тычинки сделаю в конце. Так, теперь у меня закончилась лимонная. У меня обычно сразу рядом с палитрой лежат тюбики. Я их не закручиваю, чтобы время не тратить, когда заканчивается какая-то краска, сразу хоп, выдавил. Теперь вот тут немножко порядок наведем. Буквально пару мазков. Так. Кончик у него светлый. Так, надо сделать, чтобы вам видно было. Полуокруглый край кисти повторяет форму лепестка. Так, раз. И раз. Так. Вот этот лепесток, который загнутый. Ему тоже не хватает буквально кончика освещенного. Раз и раз. Можно чуть-чуть повыше еще. Так. Немного хочется серединку растушевать, чтобы плавный переход был от темной серединки к лепесткам. Убираю лишнюю краску, хочу сейчас здесь чуть-чуть осветлить. Вот так. Потом сделаем тычинки. Переходим к этому цветку. Тут тоже сначала сиреневые. Чуть порозовее. Смотрим, какие-то сиреневые так и останутся. Мы их не будем больше трогать. Например, вот здесь они плавно растворяются в цвете неба. Какие-то лепестки светлые, но подчеркнуты, как бы за ними там темные сиреневые лепестки. Каких-то просто тени, прожилки сиреневые. Так. И тут тоже начинаем не с самого светлого белого с желтым, а с более темных оттенков. Ну, они светлые уже, белый с желтым, но не самые светлые из всех белых с желтым. То есть, допустим, вот здесь лепесток будет не очень освещен, и мы его
на кисти сейчас бело-желтым, я чуть-чуть добавляю в него розоватого вот этого такого цвета. И делаю этот лепесток. У него только краешек такой длинный и освещенный. Чуть-чуть побелее, пережелтило. Тоже сильно белым плохо, но и сильно желтым тоже. Старайтесь попадать. И, конечно, он плавно уходит в тень. Сиреневый. Хочется этот лепесток чуть-чуть подчеркнуть. Он от неба отделяется тем, что он сиреневый. Краешек-то темненький, сиреневенький. Вот так. Опять смотрю, не хватает темных. Тут темное и тут темное. Хочется еще потемнее взять. Краплак, ультрамарин и охра. Пускай такие будут. Так, светлый, темный. Делаем вот этот лепесток. Раз. Раз. И край там, где темный, я делаю более четко. Сам край лепестка. И этот краешек потом. Видите, сначала я делаю такие более темные детали, участки, а потом добавляю все светлее, светлее, светлее. То есть не начинаю с самого светлого, а иду от темного к светлому, постепенно все высветляю. Здесь большие лепестки. Кисть постоянно светлая пачкается в темных оттенках, и нужно постоянно набирать новую чистую краску. Так. Здесь вот в целом такая будет масса светлая. Здесь она как бы в целом вот это вот все светлое, но оно все не одного цвета, не одинакового. И вот здесь будет более сиреневым, который плавно переходит в цвет серединки. Так. Много краски беру и делаю один такой акцентный лепесток, мазок, который освещенный, а за ним вот этот сиреневый, он чуть в тени. Так. Ну и этот, конечно, тоже чуть светлее. Так, теперь делаем вот этот мазок. Там даже на фото трудно определить, что темнее, что светлее здесь. Этот лепесток или фон. Очень тут такой спорный момент. Но он снизу явно темнее, потому что подчеркнут темным сиреневым оттенком.
Видно. Хочется побелее кончик сделать. Пусть он отделяется от неба. Так, здесь беру краску на кончик кисти. Мне сейчас нужна тонкая линия. Тут как бы вот этот сиреневый лепесток, он практически растворяется в воздухе. Только кончик его как бы светится прозрачно на фоне неба. И здесь уже чуть больше светлых участков. Нежнота, нежность сплошная получается. Хочется чуть-чуть сиреневый поярче сделать, чтобы цветок сильнее выделялся. Так. Ну и кончик, конечно, в смысле краешек растворить в воздухе, растереть. И тоже чуть-чуть подчеркнуть край. Будет ощущение такого прозрачного лепестка, светящегося на фоне голубого неба солнечного. И еще вот здесь, наверное, самый светлый мазок будет. Видите, я много-много краски беру прям вот так. И делаю вот этот краешек лепестка. Тут довольно, кстати, светло можно. Наша местная реклама проезжает. Так, тычинки сделаем попозже. Переходим к этим цветам. Ой, и тут берем сиреневый вновь. Начинаем с сиреневого. И все вот эти лепестки делаем сиреневыми. Так, чуть розовей. Краска получается не темная, а прозрачная за счет того, что я беру ее очень жидко. Много растворителя и чуть-чуть краски. Лишнюю вытираю об салфетку. Чуть-чуть добавляю желтого. Потому что он там хоть и сиреневый, но он с таким тепловатым оттенком. Там такой розово-желтый тоже присутствует. И вот так вот тоненько-тоненько. Здесь будет между ними расстояние.
Все лепестки, они у края чуть-чуть темнее, а в серединке такие более прозрачные, светлые. Сиреневый плюс теплый краплак с охрой здесь у меня был замешан. То есть я не чисто сиреневым таким, не чернильным, фиолетовым это делаю. Здесь вообще он довольно теплый в целом цветок. Пока что можно сделать вот так непонятно, все хаотично. Потом будем вот этой светлой краской уточнять. Делать понятно, что там происходит с лепестками. Тут не хочу брать кисть, маленький кусочек, тут просто небо светлое. Я сразу делаю, чтобы просто белый холст не был. Чуть-чуть его. Так. Сразу сделаю этот. Ой, какой синий. Даже вытереть хочется. Ну, уже солнце подбирается. Придется заканчивать в следующий раз. Солнце не даст закончить. Зови. Очень темный. Так, и темная серединка. Покраснее. И вот эта кисть сделаю полный переход. Темный, не такой уж темный. Ой, откуда синий? В целом она такая больше тепленькая, тоже красный с охрой, краплак с охрой, чем синий. Ну, эти два цветка пока не буду трогать. Так, берем эту кисть. И тут буквально чуть-чуть, то есть я даже не беру много краски на нее, наоборот, лишнюю вот так убираю, оставляю на палитре. И чуть-чуть кое-где делаю светлые мазки. Например, здесь край лепестка будет светлый. Светлый, прикрывающий темную вот эту серединку. Но он довольно плавно переходит в тень. Тут тоже темную серединку надо сделать, которая больше переходит в охру. Так. Можно пальцем даже, мне захотелось.
нижней серединке все-таки еще потемнее сделать. Тут какие-то из лепестков потемнее, более плотные, а какие-то за ними посветлее. Так, тут опять темный край. Переходит довольно такой светлый желтоватый цвет, и потом опять темный край. Так, этот лепесток тоже темным краем и со светлой серединкой. То есть я чередую темное, светлое, темное, светлое. Если светлый фон, то темноватый край лепестка. Но в серединке лепестки чуть посветлее, чем у края. Кое-где эти светлые входят в серединку. Вот здесь, например, светлый в серединку входит. А этот темный. Темный-темный, тут все такое темное. На фоне этого всего темного светлый краешек. Оп, все. Один мазок вносит ясность. Сразу становится понятно, что там происходит. Это, знаете, такой очень классный прием, на мой взгляд. Вы как бы буквально не вырисовываете каждый лепесток, вы делаете как бы такие намеки, чтобы зритель догадывался, что там происходит. Оставляете поле для размышлений. Очень классный прием. И здесь чуть светлее. А край чуть темнее. Довольно такой большой лепесток. Краешек такой светлый. И за ним тоже светло. То есть тут темный край сиреневый. Я даже чуть белого возьму. За ними светится. Не слишком белый, но не желтый. Довольно светлый лепесток. Он тоже краю темнеет. Так, ну давайте остановимся. Перерывчик. Продолжим в следующем видео. Пока-пока.